Не понял. Очень. А где мой омлет? Ну, иду. Ты хочешь меня голодным оставить? Да. Слушаюсь, шеф. Слушаюсь и повинуюсь, шеф. Секундочку. Мне надо, all inclusive совсем. Не надо мне убить голову. Я все сделаю. А то я голодным останусь. Ты понимаешь, в чем проблема? Я все исправлю, я все сделаю, шеф. Да. Придется с утра голодать. Так, а вот и омлет. Ну, уже легче. Сейчас чуть перекусим. Да? Чуть-чуть? Да, покажи слегка. Покажи это чуть-чуть. Слегка перекусим. И пойдем на пляж. Да? Дорогие друзья, мы продолжаем наш субботний стрим. Собрались на пляж. Марина Бич, почему-то сегодня шаттл не ходит туда, мы обиделись, а там какой-то водный праздник. Фух, парашютисты, вертолеты, ну, видимо, мы туда не попадем. Сегодня очень жарко, уже, наверное, 35, да, часов 11, поэтому очень тяжело. Решили посетить свой бассейн. Ну, дорогие друзья, здесь не принято снимать. Людей поэтому туда, в сторону, там, где лежат люди, где загорают, мы не будем двигаться. Ой, что я сейчас могу? Украинский видами центр, что-то запутал. Ай, вот так вот. Верь прогнозам, дорогие друзья. Взял ледокол, ледоруб. Под ледного лова. Все попадали с лежаков, кончатся от смеха. Но я даже не знаю, что это такое. Что это у тебя с головой? Натянул какого-то енота на голову. Приемлемо приятно.
домовлення орієнтировочно. Полдолара огурці, свіжайші, вкуснейші. Такі, такого вкусу, да, такого вкусу у нас нет літом, коли вже пішли овочі з поля. Ну, дорогі друзі, буду на цьому закінчувати. До следующих встреч. Это, дорогие друзья, тот же отель, только вид снаружи. Вот показываю. Смотрите внимательно. Ивора. Теперь пытаемся понять, какой же он высоты. Так, у меня уже голова заворачивается на другую сторону. Ага. Ну вот и где-то там, в небесах. Вот справа. Роза. Джекс и Ирвад. Центральная улица Дубая. Вот это вот пандусы. Это у нас метро китайское. Это Педеро. Локация называется Финансовый центр. Что это рай. Я бы назвал его